Пожалуйста, относитесь с пониманием к проверке документов или выборочному досмотру. Безопасности не бывает слишком много. Руководство московского метрополитена и УВД на московском метрополитене обращается к вам с убедительной просьбой. В случае выявления преступлений или хулиганских действий, а также при обнаружении агрессивно настроенных групп граждан, в том числе несовершеннолетних, на станциях, в вагонах электропоездов, а также в близи станции метрополитена, незамедлительно сообщайте об этом сотрудникам полиции, работникам метрополитена или подъезды к подъезду.